Що ж, продовжимо наш випуск. І наступний наш гість вже в студії – це Євгенія Дулько, менеджер проєктів в організації «Арт-Оптиміст». Женя, привіт! Привіт! Ти вже не вперше у нас в гостях і вперше в такій позиції, як жінка, яка хоче стати політиком. Навіщо за тим, Женю? Ну, как бы, можно сказать, что это какое-то отчасти логическое продолжение деятельности как общественного деятеля, общественного активиста, потому что всегда мы говорим, не хватает власти, да, власти такие-сякие. Какие слова, не хватает власти. Не хватает кого-то власти, такие-сякие, то не делают, тому не слушают, не хотят подписывать, не хотят принимать решения. Соответственно, кто легче, не мы, мне кажется. Ну, вот, наверное, это и есть какое-то продолжение моей деятельности как общественного деятеля, но я думаю, что будучи политиком, особенно местного уровня, это же тоже это как бы не является профессиональной политикой, да? Это та же общественная деятельность, только, скажем так, на немножко другом уровне. Больше полномочий. То есть ты человек, который хочет подписывать, хочет изменять, хочет власть, человек, который знает, что делать, потому который что... знает, что подписывать, что изменять, вот так правильно. Который наработав за последние там уже больше 6 лет очень много интересных проектов, мы уже реально знаем, чего не хватает и что нужно делать конкретно. То есть, конечно, я не говорю про весь город Николаев, про все сферы, особенно ЖКХ и все такое. То есть я говорю про свою сферу, там культурная, гуманитарная политика, то, где я могу реально применить международный опыт, какие-то свои знания и быть полезной городу. Скажи, женщины в политике, да, нет или не имеет никакого значения, мужчина или женщина? Ну, есть две точки зрения. Я сама до конца точно не могу определиться, да, нет. Я бы сказала, что... Ну, я иду на выбор. Я бы сказала, что тут как не может быть женщин в политике, если женщины – это 50% населения страны. То есть объективно женщины в политике, да, это, ну, потому что должны быть представлены равные интересы всех своего общества, всех гендеров там, и так далее. Но с другой стороны, понятное дело, что женщины, может быть, не так сильно рвутся в политику, им делают эти квоты. А квотирование, как мне кажется, это немножко такое неправильная вещь, потому что тогда ущемляются права мужчин. Почему-то должно быть обязательно 30% женщин в списке партий. Ну, кстати, 3 партии по территории Украины не добрали 30%. Да, ну это было настолько немножко, как бы, мне кажется, не всем правильно, хотя это тоже мировой опыт, но мне кажется, что вот это квотирование, это уж слишком. То есть женщины просто должны понять, что да, они должны идти, и без всяких стимулов, да, вот этих сверху, типа, нет, ты должна. Просто очень часто сессии горсовета совпадают со скидками в супермаркетах. Вот в чем, мне кажется, вот причина. А, вот что, только по Украине 13% всего из общих кандидатов в мэры, всего 13% женщин. А как ты считаешь, Николаевская, они готовы голосовать именно за женщину-политика? Наши суровые николаевские избиратели. Бородатые. Я думаю, что николаевцы уже готовы голосовать за молодых кандидатов. То есть, и, возможно, не так гендер влияет здесь, как больше возраст и какие-то новые идеи, новая кровь, да, молодая кровь в политике. Но если говорить о мэрии, то я думаю, что пока шансов стать женщине мэром Николаева мало. И так мы видим кандидатов, собственно говоря, нет. Я думаю, что следующие выборы у нас будет Евгения Дулько. Я думаю, что мы идем к этому, но пока как-то так. То есть я думаю, что Николаеву еще есть куда расти в плане гендерного равенства, это точно. Вот скажи, пожалуйста, а для женщины политика, приятная внешность, женский шарм – это плюс? Этим можно больше расположить к себе? Или и можно ли использовать это? Или это наоборот, думают, вот просто там девочка красивая, это вот не политика. Вот как Артем постоянно думает. Это ты так думаешь. Хорошо, я просто... Это тема нашей следующей передачи, подождите. Я думаю, что, во-первых, женщина должна отвечать той должности, да, которую она занимает. То есть, если это профессионал, она должна быть профессионалом, если это там директор, управленец. Если она там представляет интересы в городском совете какого-то округа или вообще там какой-то свой людей, какой-то группы людей, то она должна это делать профессионально. Это в первую очередь. Но во вторую очередь женщина должна любить себя и выглядеть хорошо. То есть, я не говорю, что это инструмент, но, возможно... Немножко это влияет. Пилочка в горсовете, которая нет-нет, а что-то вот и пролоббирует. Да, ну как бы я думаю, что
неправильно говорить, что этим нужно пользоваться, правильно говорить, что это не стоит... Этим необходимо пользоваться. Не стоит это опускать просто, скажем так, из уравнения. Мне кажется, этим нужно пользоваться обязательно. Вот поэтому тебе нет места в политике, Лена, понимаешь? Ну ладно, зато у меня есть место в городе 512. Ну это пока. Вы же пишите мне сценарий, делайте все за меня работу, я пользуюсь. Как ты считаешь, убивает ли политика в женщине женственность? Да, и вот семья же, никто не отменял готовить, кушать там. Почему? Любой закон можно принять. С этого дня я отменяю кушать. Ужин и завтрак. Да, ну, если говорить о профессиональной политике, большой политике, как народные депутаты, да, или там те люди, которые занимают управленческие должности в там, не знаю, государственном аппарате, здесь, конечно, много нюансов, и, наверное, сказать, что иметь все, это, ну, это немножко обман. То есть даже несмотря на все амбиции женские, которые во многих женщинах нового поколения есть, я думаю, что здесь приходится искать компромисс всегда. Если говорить о местном уровне, то вполне, мне кажется, это все можно совмещать, и это, наоборот, даже какой-то интересный новый опыт в браке или в отношениях, да, когда женщина тоже занимает какую-то интересную должность и является публичным человеком. Это всегда, возможно, ее подпитывает энергией и дает эту возможность всегда думать о том, как ты выглядишь, соответственно, выглядеть лучше. Это будет так, мужу, еще раз носки разбросай, я тебя в тюрьму посажу. Я не шучу, это новый законопроект. Ну, на местном уровне я не знаю, что можно сделать. Если женщина успешный политик, у нее успешная политическая карьера, какой мужчина должен быть рядом с ней? В костюме. Подожди, ты на себя навигаешь? Ну, охранник мужчина в костюме. Как минимум тот, который будет ее поддерживать и ни в коем случае не, скажем так, не быть против, потому что тут командная игра, как мужчина-политик, которого без поддержки женщины, которая рядом, это очень тяжело делается. Обычно тут плохо. Мы все вспомнили Мишеля Бани. Ну да, да, да. То есть мы видим, что женщины играют значительную роль и у мужчины политика, и мужчины мужья играют значительную роль и у женщин политика. Поэтому здесь командная игра, только поддержка, только мужчина, наверное, который уверен в себе и не переживает, что если женщина публичный человек, то это как-то сильно его, не знаю, какие-то там амбиции понижает или делает его менее значимым. Это, я так скажу, должен быть человек, на кого можно что-нибудь переписать. Заводик. Тачку. Скажи, пожалуйста, твое мнение, кем быть сложнее, женщиной-президентом или первой леди? Хороший вопрос. Спасибо. Я готовился. Впервые. Такая формулировка звучит в нашей передаче. Ну, как мне кажется, женщина-политикам быть значительно тяжелее. Ну, это мое сейчас понимание женщины-политика, да, то, что, возможно, какие-то стандартные клише, не знаю, там, мы видим канцлера Германии, да, какие-то такие женщины очень сильные, очень сосредоточенные, мужественные, да, такие, скажем, которые, возможно, не допускают компромисса, идут по одному вектору. Возможно, им тяжело. Возможно, быть женщиной, женой президента легче, но, с другой стороны, мы понимаем, что, как я говорила, командная игра, а тут без поддержки и без правильных решений женщины президент может плохо закончить. Мне кажется, что первой леди быть лучше, гораздо прикольнее. Тебе постоянно дарят конфеты, шоколадки, леденцы, заботы, опять же, да, те же самые. Ну, я думаю, что наша украинская сейчас первая леди показывает хороший пример, как быть первой леди. И не знаю, может быть, надо у нее спрашивать, тяжело это или нет. Хорошо, мы позовем. Она не берет трубку. Обиделась на тебя? Говорит, кто вы? Не звоните сюда больше. Я сейчас мужа позову. Петя! Скажи, пожалуйста, вот ты либо это вырежут, либо нас. Ты сказал о том, что вот региональная политика, это вот, наверное, не тот уровень. Ты планируешь дальше туда выше или у нас? Нет, не планирую, честно говоря. Я не могу сказать, что это, в принципе, баллотироваться кандидатом в депутаты местного совета. Это было моей мечтой и целью всей жизни. Я сказала бы, что это просто интересная возможность, которую я хочу себе попробовать, но это не моя... путь профессиональной политики. Я хочу быть полезной
городу своими проектами, своими идеями и опытом. Соответственно, мне больше, наверное, как это, исполнительские интересные, ну, не знаю, позиции, чем профессиональная политика, которая нужна... Вообще не как депутат говорит. Я просто из слов Евгения вычленил такую фразу: «Я не хочу быть политиком, я хочу быть полезной». Ну, как бы... Да? Да, потому что на самом деле, мне кажется, сейчас отличный момент посмотреть. Больше 500 кандидатов в городе Николаеве. И, в принципе, мы понимаем, что это не политики, это люди. Это настоящие нормальные люди, которые хотят быть полезными. Хотят сделать что-то, хотят, не знаю, представить свои интересы, интересы своей семьи или двора, или дома в горсовете. Я думаю, что на местном уровне это люди в первую очередь. Золотые слова. На этих словах мы закончим наше с тобой интервью. Спасибо большое. Да, спасибо огромное, что мы увидели сегодня Женю Турько не оптимиста, хотя оптимист однозначно присутствует, а как женщина-политика. Спасибо огромное. Приходи к нам еще с какими-нибудь интересными политическими арт-проектами. Успехов. Хорошо, спасибо.